Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько машин. Друзья, привет! Сегодня у меня на канале распаковка моего PlayStation VR. Но вы меня спросите, почему так долго не выходила эта распаковка? А я вам отвечу. Потому что я, друзья, занимался созданием нового канала, игрового канала. Я его создал, у меня уже был первый стрим 8 марта. Мы там общались, играли CSGO. Кому интересно, ссылка в описании на мой канал. Переходите, подписывайтесь. Давайте, ставьте этот видосик на паузу. Я подожду, а вы переходите и подписывайтесь. Давайте, я подожду. Нашли? Как называется? Правильно, Саша Шоу Гейм Релодинг. Друзья, там уже есть первый видосик, это стрим. Мы его снимали 8 марта ночью с Олегом. Я ждал, когда мне YouTube откроет доступ к прямым эфирам. Я дождался и сразу же запустил стрим. А вы, друзья, пишите в комментариях, что я делаю так, что я делаю не так. Я это обязательно учту, и в следующих стримах уже будет все отлично, супер классно. А мы медленно переходим к распаковке PlayStation VR. Поехали! Друзья, есть разные комплектации PlayStation VR. Именно в мою входит сам PlayStation VR, PlayStation VR World и PlayStation Camera. Я, если честно, друзья, уже открывал свой PlayStation, играл, пробовал, тестировал. Но, друзья, я запаковал его, потому что хотел все показать вам подробно, как это выглядит с магазина. Ну что, поехали? Здесь сверху сразу идет PlayStation World. Вот этот код, если вы будете уже вписывать, я его уже вписал себе, у вас ничего не выйдет. Но если у вас комплектация такая же, как у меня, PlayStation Worlds, там нужно в PlayStation Store вписать вот этот код. И у вас будет дополнительных 5 игр. Это в сторонку. Потом идет сама инструкция PlayStation VR. Оригинальный платочек PlayStation VR. И все, друзья. Дальше идет коробка белая. И мы ее достаем. Ничего необычного. Обычно белая коробка с логотипом PlayStation. Все, пусто. А на самом деле, друзья, смотрите. Да, здесь очень много разных проводов. Это, мне кажется, основной минус PlayStation VR. Еще провод и сама приставка. Посмотрите. Это все только одни провода. Но самое главное, что есть в этом комплекте, оно, конечно же, в самом защищенном месте, внизу. Сами очки виртуальной реальности. И как вы можете заметить, да, здесь тоже огромный провод. Да, друзья, минус здесь в том, что здесь очень много проводов, но плюс это качественная картинка. Да, друзья, я вам покажу это качество, оно будет все на телевизоре, вы все увидите. Шлем можно регулировать под разный размер головы. И если вы ходите в очках, тоже можно вот так сделать, и все. Все вам идеально будет видно. Он нигде не сжимает. Можно подкрутить. И все, друзья, идеально. Есть отверстие под наушники. Вот так они выглядят. И готов погружаться полностью в виртуальную реальность. А теперь коротко о самой приставке. На передней панели есть два выхода. Это под сами, под сам шлем. Кстати, вот эти два разъема. А на задней панели все самое главное, друзья. HDMI для телевизора. HDMI для PlayStation 4. Micro-USB. И разъем для питания. Погрузиться в виртуальную реальность можно в нескольких режимах. Первое. Т1, одел шлем и наслаждаешься игрой. Второй режим. Если возле тебя огромная компания, ты просто подключаешься к телеку,
и вы вместе погружаетесь в подводный мир, летите на огромной скорости на санях или участвуете в ралли. В общем, очень круто. Друзья, а вот и камера, которая фиксирует все твои движения. Кстати, в комплекте идет держатель, с помощью которого можно удобно зафиксировать камеру. Мув, друзья, те же геймпады, но не в каждой игре они нужны. Но если вы хотите поучаствовать во всех перестрелках, они, конечно же, нужны, друзья. Вот так они выглядят. Здесь те же кнопки, что и в геймпаде. Там крестик, нолик. Есть кнопка домой, PlayStation. Кнопка старт. И имитация спускового крючка. В нижней части есть отверстие для зарядки. И светятся они разными цветами, когда они активные. В комплекте мувы. Сама инструкция. И два ремешка. Ну что, погружаемся? Друзья, мне кажется, что PlayStation VR станет неотъемлемой частью моего игрового канала. Пишите в комментариях, какие вы игры мне посоветуете играть на PlayStation VR. Какие, может, вы играете. Я это учту. И, может, буду играть сам, показывать вам. Так что, друзья, пишите в комментах. На способе подключения детально останавливаться не буду. Кому интересно, можете посмотреть в инструкции, либо найти в интернете. Сюрреалистично. Так, берем опять геймпад и начинаем. Так, начинаем. Управление в этой игре очень простое. Нужно просто наклонять голову влево-вправо, чтобы повернуть. Ну все. В принципе, друзья, так реалистично, капец. Ты как будто серьезно летишь. Ого-го, скорость, капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько машин. Жесть, друзья, как все реалистично. Так, и мне кажется, что это уже финиш. Воу. Друзья, что я могу вам сказать? Виртуальная реальность — это виртуальный мир. Это очень круто. Я вот сейчас полностью погрузился. Такие склоны, такая скорость. Серьезно, все очень круто. Мне понравилось. Интересно, как будет в других играх? Сейчас посмотрим. Ого-го. Друзья, это сейчас серьезно крутая игра. Прям на скорость, можно сказать. Пропустил, все, капец, проиграл. А сейчас, друзья, я погружаюсь в игру с помощью мув. Пау-пау. Так, друзья. Сейчас я в тире. Вот мои руки. Правая и левая. Давай, заряжаю. Ай-яй-яй, как все. Thank you.
Фу, друзья, вот так круто, я сегодня погрузился в виртуальную реальность. Кстати, следующий видос будет обзор моего квадрокоптера DJI Mavic Pro. И, кстати, кто еще не переходил по ссылке в описании на мой игровой канал Саша Шоу Геймер Лоудинг, обязательно переходите, подписывайтесь, там будет много всего интересного. На сегодня все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Всем пока, народ. До новых встреч. Пока-пока.